самого мероприятия, создать такую ярмарку, где бы ребенок мог найти себя, то есть мог найти там научное направление, спортивное, интеллектуальное, вот, робототехнику, кибернетику, то есть мог попробовать себя в всевозможных направлениях. Надо вытаскивать, и кто-то может не ту вытащить, и нет, оно может опально вытащиться, но оно может само упасть. Олимпиада проводится третий раз. Мы собираем здесь настольные интеллектуальные виды спорта. Это шахматы, шашки, го, компьютерное программирование, робототехника, кубики, рубики, всякие головоломки. Ребенок растет интеллектуально и находит себе место, где бы он мог заниматься после школы, после занятий. Школа Geekschool – это школа опережающего развития. Вот мы всегда поддерживаем наших одаренных харьковчан, наше подрастающее поколение, всегда стараемся вложиться в их образование. Вот. И сегодня мы проводим лотерею и будем разыгрывать бесплатное обучение. Итак, кто у нас выиграл? Жиляк Иван, мама Ольга. Жиляк, Ванечка, поднимайся к нам, солнышко. Давайте поаплодируем будущему программисту. Это 20-й чемпионат Украины по ГО среди детей. 19 из них проходило в Ровно. В Україні я майже завжди регулярно виграю перше-друге місце. Тут ніколи не можна розслаблятись, бо ти завжди просто буду мочити по повній. Мені вона понадобилась для розвитку мозку. От це перший раз я на турнірі. Турнір удався, у нас приблизно 60 чоловік, із них 25 з Харкова. Вот, у нас порядка 4 призеров европейских соревнований. Безусловно, это очень сильно важные проекты, потому что дети – это и есть наше будущее.